Друзі, доброго ранку. Вихідний день, сьогодні субота, 8 число. Їдем Тімчинки, Змійов. Не знаю, куди доведет, скільки проїдемо, нічого не знаю. Тут що, просипаємося? Просыпаемся, делаем себе завтрак, чаек, бутерброды и присоединяемся к поездке. То, что будет интересно, гарантирую. Подписываемся, лайки, комментарии, все как всегда. Поехали! Блин. Ничего себе сюрприз. Забавненько. Здорово. Да я к Гурняку еду. Да туда. Ох ты, прикольно получилось. Очередная покатуха. Сначала путешествие всегда очень скучное, потому что надо проехать город. Вот когда выезжаем за пределы, в область, там намного интереснее.
Лютина отсюда видно хорошо. Пишут склады. Да, уж хорошо горит.
где? Возле ЖД. Если ехать в ЖД, ну, от этого, от моста, на станцию Новоселовки. А я ж не от Новоселовки ехал. А, по асфальту. Да. Моего, у меня 10. У меня фул алюминий. И XL. Руль только карбон и подседельный штырь, и все. Не, это ж сверху покрытие, там он скол видно. Он алюминиевая. Я с ней уже столько проехал, Крым и Рым, она, блин, неубиваемая просто. Карбон бы... Что, а? Трещит на штуке. Ничего не трещит. У меня ничего не трещит. Тут же алюминиевый шток. Так, ну мы немножко рано. А Саня, что ты там для КТБ? А, мы поехали к КТБ. То есть сейчас налево туда, да? Я с вами не до конца, я приезжаю, да. Ясно. Это на машине поможет. Хитрый какой. Пока буду ждать, она включится. Догоняй! Александр. Здорово. Здравствуйте. Здорово. А, ну вы же знакомы. Здрасте. Короче, там еще Саня будет, но он сказал, может, чуть-чуть приопоздать. Ну хорошо, подождем. Тебе надо? Мне ничего не надо, я все уже...